Вонища, знаете, какая? Я утром выхожу на автобус в 6 часов, ведь не дышать нечем. Кашля замучает, ну сколько можно это уже? Уже просто это все надоело. Летом как загорит, так все туман, стоит сплошной туман, дышать нечем. А на здоровье как сказывается? Ну как, и кашель, и все ведь. Ну, постоянно болеют. Дочка у меня, сама младшая, занимается боксом. Так постоянно, вот в последнее время, вот свалка загорела, кашлять стала. И кашель, и температура, все ведь сказывается на это. И на детях, и на маленьких. Не только на взрослых. Вечером едешь с работы 8:30. Я уезжаю с Рома Маша. Туда приезжаешь, так дышать нечем. Вонище стоит глубокое. Полное вонище стоит. А кому что надо? Никому ничего не надо. Полигон будет закрыт. Однозначно нету намерения продолжать работу этого полигона. И после расторжения договора начнутся мероприятия по рекультивации. Сплошная гарь. Вот вы знаете, я живу на той улице. В огород невозможно выйти. Горит, гарь.